Всем привет, меня зовут Нова Хольга, и это Fashion Concert. Мы находимся на самом танцевальном событии года – Big Love Show 2016. Вот сегодня такой светлый праздник, День всех влюбленных. Хотела у вас спросить, какая песня в голове у каждого была с утра? Давайте вместе споем, да? Хорошо? Какая? Давай займемся любовью. Это новая песня Макса Барских. Сегодня песня. Премьера. Сегодня мы поем ее целый день. Мы в восторге. Какие подарки вы получили или дарили сегодня своим, может быть, любимым, может быть, друзьям? Я обычно всегда, наверное, это не считается, но я всегда дарила семью свою, вот папу, маму, брату, хотя говорят, что это глупости, но я всегда дарю, потому что в день влюбленных это кого ты любишь, это не только мой мужчина. А сейчас не получилось, потому что я не была дома, я в Москве вчера, позавчера мы были в Питере с вами, вот, а мне никто ничего не подарил пока еще, но меня подарит каждый человек, кто будет нас смотреть, любовь, улыбку и вот, вот ручки и... И это самое главное счастье. У нас было очень много работы, поэтому мы еще не успели поздравить своих близких. Ну вот мы поздравили друг друга, потому что да. Мы любим большой любовью. Я как всегда танцую, это же вас не слушаю. Много любви на Fashion Concert. С вами был Fashion Concert. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Любви вам и добра. С днем 100, Валентина.